Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня готовим сочные ароматные овощи с кускусом. Рецепт, как всегда, под видео, а я начинаю готовить. Овощи нарезаю кубиками среднего размера, так, чтобы при приготовлении они остались сочными и хрустящими. Берите овощи, которые любите. У меня кабачок, морковь, сладкий перец. Для вкуса и аромата добавлю лук и чеснок. Лук я режу полукольцами. А чеснок измельчу ножом, можно пропустить и через пресс. Помидоры нарезаю крупными кусочками, чтобы не разваливались. Сковородку нагрела, наливаю немного масла и буквально минутку-полторы обжариваю чеснок и морковь. Добавляю кабачок, немного обжариваю и кладу сладкий перец. Теперь соль и молотый черный перец по вкусу. Перемешиваю, закрываю крышкой и оставлю тушить буквально на 2-3 минуты на медленном огне. Теперь добавляю лук, свежий базилик и овощной бульон. Конечно, бульон можно сварить самим, а можно использовать кубики для бульона. И оставляю тушить овощи буквально на пару минут. Добавляю кускус, все перемешиваю, накрываю крышкой и оставлю на 5 минут, чтобы кускус пропитался бульоном. Нарезаю мелко зеленый лук и петрушку. Добавляю помидоры, перемешиваю, накрываю крышкой, а плиту выключаю, дам помидорам прогреться буквально пару минут. В готовое блюдо добавляю петрушку и зеленый лук. Друзья, посмотрите, какая красота получилась. Всего 15 минут. Ароматные, хрустящие и сочные овощи с кускусом. Очень вкусно и полезно. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!